Более 100 лет назад в Казанском университете на физико-математическом факультете учился выдающийся и талантливый человек Александр Понятов. Он стал известен миру как создатель первого видеомагнитофона из знаменитой фирмы «Ампекс». Для студентов КФУ организовали встречу с внучатым племянником Понятова Николаем Комиссаровым. Он рассказал студентам о жизни Александра Матвеева, о его несломленном духе и вечной любви к России. 14 марта 1956 года, 60 лет тому назад, он представил этот видеомагнитофон. Мир мы увидели в дальнейшем его глазами. Все передачи стали записываться, журналистика стала качественно работать, телевидение стало качественно работать, кино стало качественно работать, и это благодаря его открытию. Помимо интересных и воодушевляющих рассказов Николая Комиссарова, студентам показали исторический фильм «Русский триумф на чужбине». В нем также раскрывались все сложности жизни создателя первого в мире видеомагнитофона. Подобного рода мероприятия, я думаю, обязательно нужно организовывать для нас, а нам, в свою очередь, их посещать, потому что вот это мероприятие было очень интересным, особенно фильм. Александр Понятов действительно выдающийся русский инженер. Придумал первый в мире магнитофон, это меня прям шокировало. Я горжусь, что учусь здесь. Мероприятие действительно прошло очень продуктивно, ведь не каждый день дается возможность послушать и даже задать вопросы родственнику такого знаменитого изобретателя. Аделя Валеева, Руслан Уразаев, Универньюз.